Всем здорово, ребят. Ну что, у нас немецкий сервер, немецкий наш бездонатик. И сегодня мы опять трешуем, у нас 3-9. Я решил сегодня записать веселый видос. Мы сегодня опять же пофармим за пределы. Решил я здесь тоже попробовать его пофармить. На русском сервере я вам уже показывал. Я прошел все-таки, хоть и с багом временным, я прошел и на английском сервере вторые. И в понедельник мы будем фармить уже третье на донатных и на бездонатных аккаунтах. Посмотрим, что там у нас получится. А сегодня у нас трэш, у нас на немке. Немецким бездонатам дали круче всего плюхи. Вот такие вот рынки здесь. Ну, все дела, здесь все всегда топово. За питомцев, посмотрите, какие плюхи дают. За питомцев, за то, что вы тратите, вы получаете топовые итемы. Нормально, я считаю. Даже за 3600, вот топовое, 1680, реально круто. И вот, пожалуйста, бум, сразу же сундуки, подгон всем без донатом. Ну, я показывал вам, это просто пипец. Я думаю, мы здесь быстрее всего соберем донатных героев. Нам осталось собрать здесь, не могу забрать, Огника еще, две целых розы мы собрали, не играя, не фармя, просто так, на халяву. Так, вот посмотрите, сколько у меня здесь плюх. Реально сервак топчик. 20 сколько фобы, что еще надо? Так, окей, с этим мы разобрались, я хочу сейчас... Давайте суперпатов хоть каких-то получим. И пойдем посмотрим за пределье. Лица-мутант есть, отлично. Мутигер-крок. Даже так, и то нормально, я вам скажу. Так, окей. С этим мы разобрались. Отлично. Сейчас надо побольше пооткрывать. Стрелка. Один суккуб. Вот у меня еще роза валяется. Отлично, места у нас хватает. Поехали, забираем плюхи. Такс, ну что, бум, 150, ну такое себе. Второй, бум, 5 слизней, отлично, это радует. 5 топовых слизней, железка, тоже круто. Камешки для смотра. У нас смотр еще не активирован с вами. 5 коробочек. Тоже неплохо. И тут чаик. 10 коробочек чар. Ну что, довольно-таки неплохо. Поехали. Разбираемся с талантами на героях. Что у меня здесь по кулакам, по рунам. Можем кому-то 9-ку качнуть. Отлично, 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 отлично. Блин, здесь надо, короче, кучу всего качать. Не знаю, ребят, начинать здесь без доната играть, либо не начинать, но сервак реально кайфовый. Можно попробовать, думаю. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Так, стрелок. Ворожая у нас. Надо ворожая, наверное, качать будет сейчас. Начнем ворожею. 20к апнули. Сегодня даже найм есть. Ничего себе. Так, отлично. Шучки забрали. Завтра добавится еще один квастик. Так, ну что? Что у нас там есть сегодня? Скидки. Вот посмотрите, скидки на Махатму, ребят. На Махатму можно получить халявный скин.
скинь на здание за самоцветы. Вот что еще, вот скажите, надо. Вот реально сделано все для того, чтобы люди с донатом играли и без доната играли без проблем. Так, поехали посмотрим наших новых героев здесь. У меня они, конечно, здесь просто печальные. У нас нифига здесь не прокачано так частично. Некоторые герои мы качали. Ну, я в основном здесь не играю, поэтому здесь и нету прокачек. Махатмушка наша с девяточкой 9-7. Афинка. Надо, короче, и просветы качать. Короче, надо все качать. В общем, поехали сливаться. Посмотрим, что у нас там получится. Не получится. Может, хоть что-то получится, и мы сможем хоть как-то собрать. Даже 10 героев. Ну ладно, возьмем 10 героев. 10 просите, будет вам 10. Хоть немножко попробуем пройти. Анубис есть, но, конечно, он у нас не вкачанный, как и все герои. Так, давайте немножко подкачаем. Мы, кстати, Анубиса на халяву получили. Надо заняться, думаю, прокачками. В общем, пишите в комментах, хотите ли вы видеть прокачку на немке. Так. Надо, кстати, я, наверное, уже не успею. Да, шансы есть. Мишаню подсобрать. 34 у нас есть. Ну, в принципе, думаю, если захотеть, можем зафармить и Мишаню здесь. А ладно. Поехали, попробуем хоть что-то. Интересно посмотреть, сможем ли мы хоть что-то сделать, чтобы достать отсюда Некроса. Некрос здесь собирается очень легко. В принципе, осколки на этом я забираю на... Сейчас покажу, где. Тыковку, кстати, мы тоже ж получили. Вот. Попробуем такой вариант. Некрос здесь офигенно собирается. Вот фонтанчики. Пожалуйста, 4 осколка, 6 осколков. Как повезет, когда бывают удвоения. В общем, монетки, все дела, то есть реально очень круто. Плюс можно еще отсюда его дополнительно фармить. Я не знаю, что у нас сейчас тут будет, конечно, это просто жесть. Но попробуем. Что-то мы попробуем. Так, Махатма у нас будет роза в первом, Афинка будет сзади заряжать, стрелок сзади, ворожай тоже. А, ну без опин кинем сюда. Поехали. Шанс слива, ребята, как обычно. Ну что-то там тащим. Да, мы тащили. Надо таланты будет пораставлять героям немножко другие. Ну, как видите, роза у меня уже здесь есть. Это радует. Разруха. Тащите. Я в вас верю. Будем на дав собирать. Так, ща Атлант. Ну, Махатма должна, по идее, тут разруливать все ситуации. Так, тень Хрона, короче, нам напакостила, падла. Слили у нас ворожея. Ну ладно, попробуем. Попробуем без него пока. Но это не точно. 5. Так, минус Афина. Будет Махатма, будет всех решать здесь. Так, берем точность. Ну, вот такие противники нормальные. Такие противники мне нравятся. Так, стрелок минуснулся. Это не страшно. Есть роза, есть Махатма. Они, в принципе, вдвоем должны тащить. Еще там Анубис что-то делает. В общем, немецкий бездон просто рвет. Ребятушки, просто рвет. Как видите, здесь плюшки для бездоната вообще просто четкие. И собрать героев здесь намного проще, нежели на всех других серваках.
Вольт. И тут вольт. Идем сюда и пока. В принципе, Махатма, давай тащи. Ты должна затащить их всех нафиг. Не зря я тебя с утикахой качал. Махатмушка и Роза, смотрите, что они делают. Что они творят? Просто красавцы. Да, еще и Анубис у нас. Сюда бы еще и Фрейку, конечно, это было бы вообще топчик на немецком сервере. Они должны затащить, нам надо этих три осколка. Розочка включилась, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Выходим. Ай, выходим! Я сказал выход. Ааа, не успел, ребята, я не успел. Печально, вот это печально, мы не успели выйти. Все, нам тут, походу, торба. Не видать нам трех осколков. Обидно. Но Пабашка, смотрите, что Пабашка творит. Без вариантов. Ну что, была не была. Три осколка за 600 самов, я думаю, сделаем. Так, пробуем обратно. Надо будет перекачать ворожая. Поставим Пабашку, поставим Афинку, Стрелка и Махатму. Попробуем такой вариант. Пусть их жахнут. Так, Афинка зарядила. Отлично. Ну все, должны вынести. Афина тащит. Красавица. Так, возьмем восстановление. Ну, поехали. Ну, тут мы должны тоже, по идее, затащить. Главное, чтобы ПП-башка включился. Все, отлично. Да. Конечно, тень Хрона нас дамажит жестко. Ну, вроде все живы, отлично. Собрали. Тут я не знаю, докуда мы, конечно, с вами дойдем, но три осколка есть. Это радует. Да, тут уже пошли слева. Но я уже не буду выходить. Все равно нам тут на таком аккаунте без эволюций 120-ми ничего не светит. Скорее всего. Ну, хоть частично собрали. То есть можно постепенно подфармливать и собрать некроса. К сожалению. Ну, хоть мы и потратили самики, это, в принципе, нам окупилось. Так, отлично. Открываем. Бум. Плюс 2 осколка. А, тут 2 осколка. Я что-то 3-3. Ну, и эмблемки дополнительно. В принципе, неплохо. ЗП-шки забрали. Поехали, попробуем. Так, а что у меня там по талантам есть на складе? Интересные. Ничего такого интересного нет. Поехали, откроем коробочки. Так, отлично. Просто изи огненка, ребятушки. Изи. Так, это можно какому-то доху запихнуть. У меня тут допы вроде все с пятерками. Нам тут. Так, у нас тыковка. У нас тыковка, ребята, без исцеления еще. Огненка, отлично. Еще одна огненка.
Стрелок. Роза. Ставим на Анубиса. Так, ну что, сделаем прокачку Варжея. Я думаю, оно того стоит. И сделаем ему сразу девятку. Вот так вот. Такой вот у нас уже Варжей. Плюс 360 самов. Отлично. Отлично просто. Ну что, попробуем удачу на немке по 200. Ну это не для нас, ребята. Вот три раза мы бахнем и за 150 найм сделаем. Давайте найм за 150, бум. Ну все, по-любому сейчас должны мешки огника вытащить. Ага, конечно, размечтались. Размечтались. В общем, такие вот расходники получили. Ну, в любом случае, по чуть-чуть фармится. У нас 28 попыток есть. Ждем, когда будет доступен найм. Попробуем собрать. Здесь в прошлый раз давали целого, ребят, целого зефира. И ребята некоторые вытащили его на халяву. Вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.